Самое главное для игроков Адмирала, не кто забил, а что забили. 3-0. 3-0 в пользу Адмирала. Но пока Николай Чебыкин значится автором заброшенной шайбы, а это значит, что у него в сегодняшнем матче дубль. И на данный момент у Чебыкина вот здесь, а у Лазушина сейв. Будет ли добивание? Опасная атака автомобилиста.